Коллеги, я вас приветствую. Вы продолжаете задавать вопросы, я продолжаю отвечать на них. Сегодня серия ответов уже номер 36. Итак, на сегодня у нас раз, два, три, четыре вопроса. Я вам напоминаю, что подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И давайте начнем. Итак, первый вопрос на сегодня. Звучит он следующим образом. Как достичь такого понятия, как читаемость кода? Какие принципы написания такого кода? Ну, друзья, тут на самом деле все очень просто. В том смысле, что у каждого свое понимание читаемости кода. Кто-то читает слева направо, кто-то справа налево. Если говорить про читаемость вообще, то существуют разные понятия. И даже в школе нас начинали, как-то по-русски сказать, чтобы не материться, натаскивать на чтение, то есть чем больше вы читаете, тем больше, собственно говоря, понимаете, и скорость ваша увеличивается. И, в общем, здесь все то же самое, ничего не нужно изобретать, все уже придумали за нас. И для того, чтобы достичь вот этого вот, так сказать, совершенства написания кода, придумали определенные правила. И их, собственно говоря, несколько, ну, я выделяю два. Первый из них — это, собственно говоря, программный код. То есть то, что включает в себя такое понятие, как naming convention, то есть то, что вы непосредственно видите на экране. И naming convention определяет правила именования. Ну, в общем, нужно с этим ознакомиться поподробнее. Есть некоторые правила, которые вы соблюдаете, и тогда другой разработчик, который тоже их соблюдает, приходит, читает этот код, ему тоже понятно, о чем идет речь. Быстрее усвояемость, собственно говоря, этого кода. Ну и надо сказать, что такое понятие, как код style, тоже оно неотделимо от naming convention. То есть где-то вы скобку поставили выше, где-то ниже, где-то поставили, где-то не поставили. Если все одинаково однозначно для двух разработчиков, которые пришли, допустим, на один и тот же проект, то они быстро будут читать код. И это как бы самое простое, что нужно для того, чтобы увеличить читаемость. Вообще, на самом деле, есть еще одно понятие, как, такое как архитектура, и оно включает в себя другие подходы. Например, паттерны проектирования, когда вы должным образом строите зависимости в объектах или строите какие-то, как называется, классы или вливания какие-то делаете определенным образом. И все это влияет на то, чтобы тоже было правильно прочитано. Опять же, имеет значение типизация архитектуры. Ну, например, пишите монолит или микросервисы, или другую какую-то там архитектуру, которая, собственно говоря, которая подвержена определенным стандартам. Да? То есть, если человек пришел видеть, что это монолит, то он его читает как монолит и не ищет где-то в стороне какие-то микросервисы. Ну и также надо сказать про такое понятие, как conventional configuration. Это когда вы делаете определенные договоренности на основе каких-то... делаете какую-то конфигурацию на основе каких-то договоренностей. То есть, если ваша команда договорилась делать... Ну вот смотрите, есть фреймворки, они все построены по этому принципу. И частным случаем примера будет, например, ASP.NET MVC. Когда люди договорились, что есть контроллеры, view и... Они лежат в определенных местах, построили конфигурацию, что контроллеры запускаются, ищут папки контроллера. Ну, неважно, это я сейчас утрирую, тем не менее, так было в первых версиях MVC. И человек, который понимает, что это MVC, он будет искать папку view, потому что он знает, что она должна быть. Он ищет папку модели, где, собственно говоря, они должны тоже быть. И таким образом, вот это вот понятие читаемость складывается из такого набора, на мой взгляд, параметров, которые так или иначе человека учат, где что взять, как читать, что там или тут ожидать в том или ином случае, когда есть то или другое. Вот это вот и я считаю читаемость кода. Все остальные понятия субъективные. Еще раз повторюсь, кто читает слева направо, кто-то справа налево, кто-то большими, кто-то маленькими, кто-то скобок наставит, кто-то нет. И все это связано не только на код стайл, но и на архитектуру. И здесь как раз уже все придумали за нас. Вот эти вот правила, подходы, перечисленные мной, так или иначе очень сильно влияют на читаемость. То есть, если человек знаком с этими правилами, то он быстрее вольется в проект и будет, собственно говоря, более эффективно работать и не будет искать какой-то микросервис, если система монолитная. Ну, я думаю, что как-то вот так вот. Так, вопрос номер 158. Как можно управлять состоянием Blazor? Друзья, совершенно недавно я снял серию видео про Blazor. Давайте я похвастаюсь.
Собственно, здесь от и до расписано, как это можно сделать. Я предложил в этом списке порядка четырех способов управления вот этим самым состоянием объекта. Это использование Cascading Value, когда вы используете непосредственно механизмы Blazor. Это State Machine, такой немножко видоизмененный подход, но тем не менее он прекрасно работает. Это подход MVVM, когда уже больше бизнес-логики выкладывается в C-Sharp, а на UI выносится только интерфейсная часть, то есть MVVM, я думаю, что вы знаете, что такое. Ну и есть более сложный подход, который называется Redux Pattern, который сложнее в реализации, но дает более эффективные вещи, более гибкое управление и на самом деле очень мониторинг включается в этом подходе. Вы можете контролировать, что и когда изменилось, в какой момент. В общем, настоятельно рекомендую найти это видео на моем канале и посмотреть, если вас интересует этот вопрос. Ну и вопрос номер 159. Какую технологию выбрать или архитектуру для современных приложений? Друзья, на самом деле вопрос очень сложный. В том смысле, что современные приложения, нет четкого определения, что это такое. То есть, если вы запустите WinForm какое-нибудь приложение и начнете его делать, нажмете кнопку «Собрать», оно будет современное относительно времени. Да? Если вы захотите использовать технологии, которые появились недавно, то суть сводится к тому, что не все йогурты одинаково полезны, и не надо городить их по огороде технологии, пачку, стек, наворотов только потому, что это модно или потому, что это считается современным. Нужно выбирать те архитектуры, те технологии, которые нужны непосредственно для достижения цели. То есть, если у вас стоит задача реализовать какой-то проект, который будут использовать там где-то внутри компании, не особо нужно закладываться на публичность, на защищенность, потому что внутри компании это значит защищенная сеть локальная, это значит уже какие-то процессы безопасности уже включены. То есть все зависит от того, насколько вы хотите, то есть какой способ использования будет ваш приложение, где он работать будет на продакшн. Если вы делаете какое-то распределенное веб-приложение, безусловно, тут тоже есть определенные правила, которые вам нужно соблюсти. То есть какую технологию выбрать, это как все равно, что спросить, что вы любите и есть. Одно дело, вам это нравится, другое дело, это может быть недоступным, третье дело, вы не можете умереть с голоду, потому что нет вашей любимой еды. Все хорошо в меру, опять же повторюсь. Ну и если говорить о конкретном примере, ну давайте посмотрим такую штуку, как, ну, например, мой блог. У меня есть блог colobanga.net, и недавно он, ну, то есть он уже давно существует, и постепенно, по мере выхода новых технологий, я переписываю сначала с WebForm, потом на MVC, потом на MVC 5, потом на Netcore контроллер, и теперь я его переписываю на MVC Page, ну, Razor Page. И я столкнулся с тем, что у меня несколько сайтов, и у каждого есть своя система авторизация, да, которая встроена в каждый сайт. И я решил подключить OpenID Dict, который будет авторизовать все мои сайты. Вот хороший ли это пример архитектуры или нет, я не знаю. Но тем не менее, это моя потребность. Мне нужно, чтобы на разные сайты я заходил, и у меня будет один блок, который, собственно, будет авторизовать все мои последующие проекты. То есть такой AOS 2.0 на базе блога OpenID Dict для всех моих архитектур. Это такой простой пример частной архитектуры, но это современная архитектура, и она не использует ни микросервисов, ни каких-то там других современных CI/CD или еще что-то типа этого. Но тем не менее, вот эта архитектура, я считаю, что современная. Поэтому, если я не ответил на ваш вопрос, я прошу в комментариях отписаться более подробно, что имелось в виду, если вдруг я как-то неправильно на него ответил. Вопрос номер 160. Какая разница между TaskRun и Task Factory Start New? Что лучше использовать? Ну, друзья, тут тоже на самом деле все неоднозначно. Смотрите, Task Factory Start New. Ну, давайте говорю Run и Start New, чтобы более кратко говорить. Start New — это более старая такая форма, которая более подвержена, ну, у которой больше параметров, и task run, по большому счету, это такой, ну, как бы, snapshot или шуткат, если хотите, для вызова того же start new. Разница в том, что используются разные контексты. Ну, во-первых, давайте тогда по порядку. Я уже сказал, что task run — это способ вызова start new, то есть со специальными параметрами.
Второе, TaskRun используется другой Task-шедулер, который влияет на возможность запуска дочерних тасков. Ну, то есть TaskRun не разрешает запускать дочерние задачи, дочерние таски, в отличие от, допустим, Start New. И надо учитывать этот параметр, что, собственно говоря, очень важно в некоторых моментах. Но в 90, наверное, 95% случаев TaskRun покроет все ваши, собственно говоря, ожидания. И самое главное, что если вы не понимаете, в чем разница, то лучше тогда использовать TaskRun, потому что он эффективнее в том смысле, что не тратит ресурсы, не требует дополнительных врапперов и все такое. Ну, это если не вдаваться в подробности. В общем, отвечаю так. Если не понимаете, в чем разница, лучше использовать TaskRun. Но надо учитывать, что TaskRun не разрешает использовать запуска дочерних тасков, которые будут там внутри запускаться каждого из тасков. Это просто, если у вас такая задача возникнет, прочитайте про Start New. Если нет, пишите TaskRun. Ну и на сегодня, я думаю, что я уже наговорился. Вас, опять же, прошу подписаться на канал, собственно говоря. Пишите вопросы, пишите ответы, если хотите, в комментариях. Подключайтесь к нам в телеграм-канал. И, в общем, вам всего хорошего и пишите правильный код.